Добрый день, меня зовут Людмила Миронюк, я доктор-нутрициолог с 16-летним опытом работы. И сегодня я хочу поделиться с вами результатами по восстановлению работы желудочно-кишечного тракта. С этой проблемой я и моя семья столкнулись достаточно давно. Наши дети, когда были маленькие, ходили в младшие классы школы, у них после летнего отдыха в деревне месяц спустя осенью появлялись проблемы с аппетитом. Они плохо кушали, тошноты, боли в животе, ночью скрежет зубов. У старшего это дистония и приступы обмороков. У младшего это были, к сожалению, возникли проблемы на коже, такие трещины, нейродермит. Толстая черная кожа и с трещинами, нейродермит. Я искала пути, как избавиться. Фармпрепараты, которые были назначены моему ребенку, три вида противоглистных, вызвали обострение. Ребенок позеленел еще больше. 2-3 дня вот он смог принимать и пришлось отменить. И замечательно, что я узнала про лекарственные травы компании NSP, такие, которые обладают выраженным противопаразитарным эффектом, а также хорошо выводят токсины. Это черный орех, маринда, это хлорофилл и каскара. Когда мы обследовались, оказалось, что у всех нас, у всех четырех членов семьи, родителей и детей, были обнаружены два вида паразитов. Это были аскариды и лямблии. И вот эти четыре продукта, о которых я сказала, мы принимали первый год несколько раз в течение года, а потом дважды в год, это была весна и осень. Что нам это дало? Во-первых, это хорошо переносится, не вызывает никаких проблем и обострений. И самое главное, у детей исчезли те жалобы, о которых я сказала чуть выше. Наша семья перестала болеть какими-либо заболеваниями, в том числе простудными. И если какая-то простуда или какой-то вирус появлялся в семье, то это протекало легко и быстро заканчивалось. В результате мы, в общем-то, выбросили лекарства, которые у нас были, потому что срок годности у них закончился. А новых уже не было причин покупать. Ну, я хочу сказать, что не так давно появилась новая программа. Это алгоритм реабилитации желудочно-кишечного тракта. Эту программу создал научный консультант компании, кандидат медицинских наук Вячеслав Антилевский в сотрудничестве с кафедрой профилактической медицины факультета повышения квалификации врачей РУДН. И я хочу сказать, что это замечательная программа, она красивая, сбалансированная, и она направлена на приведение в порядок всех этажей желудочно-кишечного тракта. То есть желудка и двенадцатиперстной кишки – это первый месяц, второй месяц – это кишечник тонкий, толстый, и третий – это приведение в порядок печени и поджелудочной железы, а также заселение полезной микрофлорой. Это что позволяет? Во-первых, люди, которые даже ранее не страдали какими-то гастритами или дуоденитами, как я и моя семья, мы раньше не считали нужным принимать то, что находится в первом этапе. Но оказывается, если это пропустить, тогда невозможно привести в порядок 12-перстную, желчный пузырь, потому что там вот часто бывают перетяжки, перегибы. Это как раз результат застоя из-за проблемы в 12-перстной кишке. И также реактивный панкреатит – это тоже результат застоя из-за субклинического отека фатерового сосочка в 12-перстной кишке. Поэтому никак нельзя пропустить ни первый этап, ни третий этап, как заселение флоры и как печеночную программу. Поэтому это реально улучшает состояние здоровья людей. Это наполовину действительно уменьшает проявление всех других проблем со здоровьем, которые были раньше. Это сосудистые, это улучшаются реально показатели крови. Если сделать расширенную формулу крови, улучшаются показатели. Если сделать биохимию крови, все показатели печеночные и почечные, они улучшаются. Вот если сделать доплерографию сосудов, это на протяжении времени мы видим о том, что бляшки уменьшаются в размерах, качество сосудов, эластичность их улучшается. То есть это дает реальное улучшение состояния здоровья.
Вот почему я, моя семья, мы теперь два раза в год принимаем программу реабилитации желудочно-кишечного тракта. Вот почему я сейчас все свои консультации провожу и начиная с реабилитации желудочно-кишечного тракта. Рекомендую начинать именно с этого, потому что это дает наполовину лучше результаты, чем те, которые были ранее. И я хочу сказать, что бывает обострение, но это тоже закономерно, и это нужно пережить от этой программы, потому что это намного лучше такое обострение легкое пережить, чем потом иметь проблемы с инсультами, инфарктами, с артрозами, остеохондрозами, аллергиями, аутоиммунными заболеваниями. Ну, и я хочу сказать, что эта программа поможет вам, это действительно так, мы на себе это проверили, поможет вам иметь хороший уровень здоровья, хорошую бодрость, энергию, сохранить вашу молодость, ставить перед собой высокие цели, достигать их, а потом хорошо, красиво, с удовольствием отдыхать, чего я вам от всей души желаю. Если возникают вопросы, буду рада помочь. Спасибо. Будьте здоровы.